Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Баночка стерильная. Вот когда вы хотите сдать анализ мочи, то есть вы должны купить такую баночку в аптеке. Стоимость такой баночки 20 рублей. То есть открываете крышечку, туда напиписали, закрываете. Надо приклеить какую-то бумажечку или скотч там какой-то, написать свою фамилию, чтобы случайно вашу мочачу не перепутали. Вот, и все. Приносите в медицинское учреждение, где именно принимают анализы, и ставите вот эту баночку и какую-то бумажечку с вашей фамилией для, ну, как бы, ну, анализ, для проведения анализа мочи. Вот. Но потом через день или через 3 дня забираете результаты анализов этой мочи. Вот такая баночка. Продается в аптеке, стоит 20 рублей. Купил вот 2 штуки, одну уже, правда, я написал, туда уже отдал. Взял на всякий случай. Может пригодится еще одна. Вот. Ну, можно использовать, как обычный стаканчик там. Открутил, налил там, винишко там какого-то выпил, опять закрутил. Удобный стаканчик такой на 100 миллилитров, то есть стопари, можно сказать. Вот, с вами канал «Все для огорода», подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Теперь знаете, что такой стаканчик продается в аптеке на 100 миллилитров, то есть стерильный. То есть и крышечка есть, открутили, налили туда венца какого-нибудь, закрыли. Потом где-нибудь идете, раз, захотелось выпить, раз, выпили. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока-пока. А это у нас сныть светит, видите, белый такой.